Привет, я русский фотограф Владимир Серов. Моя жизнь и творчество сконцентрировано в маленьком промышленном городке Нижний Тагил, который находится на самой границе Европы и Азии. Моя работа – это постоянный поиск, интересных мест, интересных людей. Мне приходится много передвигаться. Деревни, поля, леса, реки – это бесконечный источник вдохновения. Я снимаю обычных людей, пытаясь найти естественные образы. Солнышко, вот прямо на него. На счет три, сейчас закрой глаза, на счет три резко, широко-широко открой. Давай, закрывай. Раз, два, три. Молодец! Давай еще разок. Но фотография для меня – это создание несуществующих миров, где персонаж гармонично взаимодействует с окружающим пространством. I'm Shutterstock.